Я как главный режиссер камерного музыкального театра имени Бориса Покровского Михаил Кислеров очень рад возвратиться в очень гостеприимный и любимый, полюбившийся всем нам город Линц, в котором мы гастролировали в прошлом году на том же самом фестивале. В этом году мы привезем две оперы, два оперных спектакля. Это первый «Трипинто» композитора Вебера тире Малера. То есть Малер, Густав Малер, всем известный композитор, закончил малоизвестную оперу композитора Вебера. Ich als künstlerischer Leiter der Moskauer Kammeroper Boris Pokrowski freue mich sehr, wieder in gastfreundliche Linz zurückzukommen. Dieses Jahr zeigen wir zwei Oper. Eine komische Oper, Drei Pintos von Weber Mahler. Und der zweite, eine Geschichte vom modernen russischen Komponisten Kapekin nach Erzählung von Leo Tolstoi.